какие? У вас документы? Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы! Примерно так и отвечали торговцы арбузами нашей съемочной группе. При виде камеры люди, продававшие полосатый товар на одной из торговых точек на улице Гагарина, бросаются в рассыпную, оставляя сомнительное лакомство без присмотра. Вы сейчас ими торгуете, у вас сопроводительные документы имеются на них? Имеются. Покажите, пожалуйста. А этот продавец заявил, что все документы на товар имеются, только за ними нужно сходить в машину, после чего скрывается в неизвестном направлении. Сейчас я принесу. Он предприниматель, почему его... Следующая точка на той же улице, и снова нарушители. Здесь товарищи из ближнего зарубежья и сами удивляются, откуда у них на витрине вдруг появились арбузы и дыни. Не иначе ветром надуло. Завоз откуда? Чьи арбузы? Не знаю, наверное, астраханские. Уже сезон? Я не знаю. А документики есть на них сопроводительные какие-то? Я не знаю, я так же, как вы, мимо проходил, подошел. А кто здесь? У вас это нужно спрашивать? Нет. Ну а кто торгует? А что торгует? Который торгует, сейчас подойдет. Хозяин только что сошли. Неуловимый хозяин сейчас подойдет и к этой торговой точке. Все документы, естественно, у него. То есть у вас их, они есть, но вы их показать не можете? Ну я на хозяина работаю, девушка. Ну понятно, но ваши документы должны быть на вашей торговой точке, сопроводительные о вашем товаре. Ну я на хозяина работаю, меня тоже поймите. Я хозяина понимаю, но показать документы вы можете по закону? Вы обязаны показывать документы? Ну показать я только хозяину. Вот хозяин придет, его, у него спрашивается. После очередного нашего вопроса о документах все продавцы, как по команде, уходят в подполье. Кто арбузы продает? Покупать товар у нерадивых продавцов самарцам не рекомендует Роспотребнадзор. Прежде чем порадовать себя арбузом или дыней, нужно обратить внимание на все гарантии качества и безопасности. На объекте торговли должна быть вывеска с названием юридического лица или индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговлю на данном месте. Его юридический адрес, режим работы. Значит, на товар должен быть оформлен ценник. Запрещается по санитарным правилам торговать бахчевыми культурами с земли и в разрез частями. Настроенные ряды арбузов и дынь, которые появились на прилавках в начале июля, жители смотрят с недоверием. Говорят, покупать любимые кушанья начнут только в августе. Уличных торговцев стараются обходить стороной. Откуда они привезены, откуда мы чего знаем? И потом вон... Как их выращивали? Для каких, как говорится, удобрений? Они навредят здоровью просто-напросто. И там же как бы отравиться, наверное, можно будет. Может, они какие-нибудь с химикатами. Опасные же такие есть. С 15 июля по 30 сентября в период естественного созревания бахчевых в Самаре появится более 150 санкционированных торговых точек. Чтобы продавать сладкую ягоду, торговцам необходимо будет заключить договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары и, конечно, обзавестись сопроводительными документами. Любимые лакомства поступят на рынок из Средней Азии, Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей, а также с огородов дачников. С недобросовестными продавцами бороться обещают жестко. Незаконные торговые точки будут вывозить вместе с продукцией. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.